Всем привет, дорогие друзья, это Clash Royale, и мы сейчас открываем супер магический сундук, то есть это, ребята, запись. Я это все дело открывал в записи, к сожалению, на видос прям вот, когда я открывал, и чтобы записывать, у меня это, ребята, не получилось, и, к сожалению, я это сейчас буду все озвучивать уже в такой второстепенный, но, как вы видите, с первого супер магического сундука, который я открываю на своем аккаунте, мне легендарки, к сожалению, не выпали, выпали вот такие карты, ну, достаточно такие неплохие, тут я по идее должен, да, еще открыть два бесплатных сундучка. Как бы это сначала, впереди, ребят, у нас будет нарезочка такая, что я вообще открывал на своем аккаунте и какие вообще карты мне выпали. Какая у меня сейчас прокачка. Тут если я купил за геймы магический сундук. Не знаю, правда, для чего это сделал, но вроде бы на тот момент мне посоветовали это сделать мои сокланы. Так, огненный дух, и это очень здравая карта. В принципе, она мне нужна. Я сейчас ими активно играю. Мортира играл раньше, сейчас не интересные. Яд — новая карта, тоже довольно-таки здравая. Сборщиком я пока не играю. Принцем я, соответственно, тоже не играю. И с этого сундучка мне выпало полное говнецо. Но вот как раз-таки... Сейчас у нас, да, будет идти опять супер магический сундук. У меня есть выпала голда, хижина гоблина, она мне не сдалась. Гигант я, в принципе, им тоже не играю. Мини-пека сейчас не играю тоже. Обычные варвары, целых 400 штук. Голем, ну, довольно-таки здраво. Вот ведьма я играю. И тут, ребята, легендарочка. Моя первая легендарка. Вот про Вангути, что мне сейчас выпадет, ребят, в комментариях? И это, как думаете же, что? Это бревно. Кто оказался, написал, что это бревно, те вы, ребят, были правы. Все-таки это бревнишко мне выпало. И вот такая вот лего у меня первая на моем аккаунте. И сейчас я буду открывать спецпредложение в магазине. Следующую лего. Это у нас, ребята, будет громовержец. То есть это электромаг, громовержец. Не знаю, кто как его называет. Вот это вторая легендарка, которую я, кстати, тоже довольно-таки сейчас часто использую. Прям офигенная штука. Вот, поэтому, как бы, такие все дела. Так, здесь у нас выпадает голдишка, золото. Это, ребят, кстати, клановый сундук. Я не знаю, надеялся на то, что мне сейчас выпадет тут лего. Но вот проспойлерю, леги мне здесь не выпало. Но выпало тоже достаточно такие много интересных карт. Миньончики, там, например, маленький дракон, которым я люблю играть. Элитка мне также выпала, которым я хочу как-нибудь поиграть, но не знаю. Вот, такое у нас открытие получилось, не знаю, может быть, что-то еще я запилю в этот видеоролик, ну, так что, ребята, продолжим. Решил дополнить наше, так сказать, открытие сундучков еще одним довольно-таки прикольным открытием. У нас сегодня появилось спецпредложение, которое доступно в магазине, и там два супермагических, ой, не супермагических, а два просто магических, ребят, сундука, которые доступны у нас совершенно бесплатненько. Все-таки решил тоже вас немножечко, о, ледяной дух, нормально, вот эта карта у меня не было, вот это довольно-таки здравая. Вот, и, кстати, ребята, я вам напоминаю, что в этом ролике я могу также пооткрывать сундуки на ваших аккаунтах, так что, если хотите, чтобы я это сделал, отправляйте, ребят, свои сундучки, и не сундучки, а аккаунты мне в личку, там пишите сразу, ребят, какие у вас сундуки имеются, если там будет что-то интересное, я прям по-любому, ребят, запишу, там прорекламирую ваш клан, там и т.д. и т.п. с вами, то есть уже договоримся. Так, ладно, давайте еще для упокоения души откроем вот эти вот два сундучка, я, в принципе, понимаю, что я трачу свои гемы, но гемов у меня нормальное количество. Я это все получил с, получается, спецпредложений, которые я себе донатил. Тоже я там покупал пару штук, там в одном давали аж 100 голды. Вот это очень здраво, я себе качнул как раз-таки 8 левел, и теперь могу участвовать в испытаниях, что довольно-таки круто. Так, новая карта, стоит мне найти... Ух ты, ёпарысы ты. Это что такое за легендарка? Я ее вроде бы еще не видел, наверное, какая-то новая, да? Появится через 18 дней. Хорошо, я буду иметь в виду. Так, ладно, давайте теперь переходим непосредственно в сам наш магазинчик. Здесь, ребята, вот такие два спецпредложения. Давайте теперь откроем правую фишку и посмотрим. Может быть, мне здесь выпадут какие-нибудь леги. Это будет на самом деле очень здраво. 3 эпика и 19 редких. Ладно, давайте погнали. Все-таки за бесплатно открытие это всегда очень здраво. Ледяной дух сразу мне падает. Разряд тоже довольно-таки прикольная карта. Редкая карта, ну, блин, здраво. Это прикольно. Три... Нет, лего здесь уже, ребят, по-любому не будет. Потому что там немножко разделили мне эпики. Ну да ладно. Так, и три выше балла. Здраво, здраво, здраво. Карты, ну, я бы не сказал, что полезные. Хотя они и не бесполезные. Тоже довольно-таки прикольно. И открываем следующий магический сундук. Восьмая арена. Что же нам выпадет тут?
Так, огненный дух, и вот это за это вам отдельный респектос. Гоблин, ну, в принципе, такое себе. Обычная карта, ну, такое себе. 19 эпики. Тоже, ребята, здесь не будет леги. Опять разделили мне все. Но, в принципе, здесь рассчитывать на легендарку, конечно, на 8-й арене, это такое себе дело. 2 пеки, и на этом вам спасибо. Вот, еще раз, ребята, вам напоминаю, что если хотите как раз-таки поучаствовать в открытии сундуков, то есть, чтобы ваш аккаунт, ребята, поучаствовал в открытии сундуков, обязательно, как бы, кидайте мне свои предложения в личку, мой ВК есть в описании, какие у вас сундучки, что там у вас доступно, недоступно, арена и т.п. Короче, ребята, кидайте, мы с вами там уже договоримся. Ну, а с вами был Вайдер, надеюсь, на этом видео... Я, скорее всего, закончу, так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!